Каждый человек должен заботиться о братьях наших меньших. Пример такой заботы – спасательная операция, прошедшая на днях в Уснере. Подробности далее. Зашкварник бери! Во! Все. Благодаря работникам службы ЧС необычная операция по спасению черного кота, трое суток просидевшего на столбе линии электропередач, завершилась успешно. Вот это чудо-кот! Красивый черный кот. Сидит уже третьи сутки здесь на столбе. И ждал помощи. И вот благодаря вот этим ребятам он был спасен. Выразив благодарность своим пожелавшим остаться неизвестными спасителям, большой черный кот неторопливо отправился домой. Светлана Поцелуева, Павел Комин, НВК Саха, Уснера.